Друзья, приветствую вас на канале Invest Future. Давайте поговорим о самых главных событиях, которые ждут нас в мире финансов и экономики на неделе, которая начнется с 29 июля. Как говорится, предупрежден значит вооружен. Причем события, которые я перечисляю и обсуждаю с вами, не подталкивают вас к тому, чтобы заниматься активным трейдингом. Я бы, наоборот, не сторонник такой деятельности, спекулятивной на финансовых рынках, я задолгосрочно инвестирую. Но, тем не менее, для того, чтобы быть в курсе и понимать какие-то причины движений на рынке, мне кажется, очень важно следить за самыми главными событиями. Для этого я отбираю для вас самое важное. Ну что, давайте по порядку. Понедельник, 29 июля. Здесь, с точки зрения новостей, довольно э, мало каких-то важных ивентов, но, возможно, вам будет интересно узнать, что госсекретарь США Майк Помпео выступит в экономическом клубе Вашингтона и, возможно, поделиться своим видением дальнейшего развития американской экономики и какими-то, может быть, даже догадками по поводу грядущего кризиса, о котором, ну, говорят все и даже самые ленивые. Едем дальше. Во вторник 30. -го июля у нас возобновятся торговые переговоры между США и Китаем. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин отправятся теперь уже на торговые переговоры в Китай. Это, конечно, очень важно. Мы знаем, что торговые трения – это фактор, который во многом определяет динамику финансовых рынков. Такая вот прямая зависимость появилась в конце 2018 года и, в общем-то, до сих пор сохраняется. Если после саммита большой двадцатки миру показалось, что США и Китай все-таки могут, по крайней мере, общаться на доброжелательной ноте, то сейчас у нас снова какое-то молчание и неопределенность. Возможно, вот этот новый виток переговоров подарит рынку надежду и, соответственно, какой-то новый драйвер для роста фондовых индексов. Посмотрим, будем наблюдать. Дальше во вторник также США опубликуют статистику за июнь о доходах и расходах населения. Прогноз Рост на 0,3%, процента между тем, Банк Японии примет решение по ставке. И также Банк Армении также примет решение по ставке. Ну, конечно, на Банк Японии рынки будут смотреть намного с большим интересом и пытаются понять, будет ли Банк Японии давать какие-то намеки о необходимости смягчать политику, следом за всеми остальными мировыми центральными банками. Едем дальше. Среда 31 июля. Это, пожалуй, самый главный день на новой семидневке, потому что именно в этот день состоится заседание Федеральной резервной системы, решение по ставке и пресс-конференция главы ФРС Черома Пауэлла. Согласно консенсус прогнозу, ставка будет понижена на 25 пунктов до диапазона 2-2,25. Я напомню, что в США ставка устанавливается в таком вот довольно широком диапазоне. Но я напомню, что такие ожидания уже заложены в цену активов, поэтому если ФРС понизит ставку только на 25 пунктов, то мы можем увидеть на рынках разочарование и снижение фондовых индексов на новостях. Американский доллар может, наоборот, даже немножко подрасти, несмотря на то, что традиционно валюта реагирует снижением на снижение ставки. Почему? Потому что ЦБ понижает ставку, деньги становятся более как бы, доступными, более дешевыми, и, соответственно, котировки валюты падают. Но Снижение на 25 пунктов уже давно в цене, это не будет сюрпризом. А вот интересно, какую все-таки риторику Американский центральный банк выберет. Либо нам скажут, что ну, мы будем смотреть на экономические данные, пока все непонятно. И тогда мы можем увидеть как раз-таки еще больше разочарования на рынках, потому что экономическая статистика в США в последнее время наоборот позитивная. Так, американский ВВП вырос на 2,1%, это на 30%. Больше а, прогноза по итогам второго квартала мы увидели эти данные а, в пятницу. Ну и вообще общий поток американской статистики не так уж и плох в последнее время. А вот если ФРС, например, понизит ставку на 25 пунктов и скажет, что но дела в экономике плохо, торговые переговоры а, в ступоре, там энергоносители тоже под вопросом рынок и в общем мы готовы к тому, чтобы если что еще докидывать дешевых денег. Вот тогда мы увидим наоборот рост фондовых индексов и э, снижение курса доллара. Ну и самый радикальный сценарий это то, что ФРС прямо на заседании в среду понизит ставку аж на 50 базисных пунктов. Тогда, конечно, вообще рынки просто взлетят в космос, а доллар наоборот будет снижаться. И, кстати, российский рубль тогда получит шанс на укрепление вплоть до там, отметки 61. Но мне кажется, что этот сценарий очень маловероятен. ФРС, конечно, это очень важно, но помимо него в США также будут опубликованы данные по рынку труда от компании ADP за июль. В России компания Норникель и Евраз опубликуют свои операционные результаты за второй квартал. И также Сбербанк, наш любимый большой зеленый банк, опубликует свои операционные, простите, промежуточные консолидированные результаты за первое полугодие. Сбербанк есть в моем портфеле, я считаю эту бумагу одной из самых перспективных на российском рынке, если говорить о длинном горизонте, поэтому вот я лично стараюсь усматривать моменты, когда Сбер можно купить подешевле. Это ни в коем случае не рекомендация, у меня в портфеле много разных бумаг, это только одна из них, но тем не менее. Поэтому будет интересно посмотреть, какой отчет нам покажет компания и может быть там даже мы увидим какие-то просадочки. Ну и также в среду у нас Центральный банк Бразилии примет решение по ставке. Естественно, здесь также ожидается снижение, потому что бразильская экономика чувствует себя плохо, хуже, чем в целом средняя как бы, мировая ситуация, и стимулировать, естественно, тоже необходимо. До уровня 6,25 ставка может быть понижена. Едем дальше. 1 августа, четверг в России будет опубликован производственный индекс PMI за июль. Посмотрим, что отражают настроения участников экономики, экономических субъектов на международном рынке. В этот день у нас пройдет заседание Банка Англии. Прогноз ставка будет сохранена на уровне 0,75%. И плюс ожидается брифинг председателя Банка Англии Марка Карни. Интересно, как будет Банк Англии себя вести после того, как новым премьером стал Борис Джонсон, который является сторонником жесткого Брекзита или так называемого Brexit. Где-то без э, сделки. И кроме того, в этот же день у нас США опубликует индекс АСМ обрабатывающих отраслей за июль. Ну и также в России, если говорить о фондовом рынке, будет интересно посмотреть на отчеты компании ММК за второй квартал. И ну, также, помимо всего прочего, на американском рынке фоном у нас продолжается сезон корпоративных отчетностей. На протяжении всей недели мы увидим очень много важных релизов. Я их в этом видео не обсуждаю. Но если вам интересно а, покупать американские акции, то обязательно мониторьте последние отчеты по американским компаниям, чтобы также выискивать там перспективные идеи для покупки. А, это такой маленький вам совет. Ну и последний день новой недели, пятница, 2 августа. В этот день в фокусе внимания данные по рынку труда США. Там у нас выйдет статистика по безработице за июль, данные по количеству новых рабочих мест в частном секторе, они же MVP прогноз 160 тысяч слабовато, но хотя бы не 90. Данные лучше прогнозов могут как раз-таки отложить ожидание того, что ФРС будет более там, агрессивно снижать ставку в сентябре, скажем, и поддержать американский доллар. Учитывайте это, пожалуйста. Ну и также данные по торговому балансу за июнь в США будут опубликованы. Далее, в России из корпоративного рынка в пятницу хочется обратить внимание на финансовые результаты компании Ростелеком за второй квартал. И также в пятницу традиционно все рейтинговые агентства крупнейшие публикуют свои обновленные оценки. Поэтому для тех, кто инвестирует в облигации, я думаю, что будет интересно знать, что иностранных, да, понятно, государств будет интересно знать, что в пятницу агентство Фича публикует рейтинги Андоры, Греции, Литвы. Потом Moody's Investors Service опубликует рейтинги Албании и Ирландии. И S&P также оценит экономику Албании, Израиля, Конго, Мозамбика и Турции. Да, вот банды Турции довольно популярный инструмент, поэтому учитывайте, что здесь могут подъехать какие-то любопытные новости. У меня на канале вышло видео о том, как работают управляющие компании и в чем риски, каким образом там можно лишиться некоторой части своих денег или даже всех денег. Я оставлю ссылку на это видео в закрепленном комментарии, если вы его пропустили. И я продолжаю получать от вас огромное количество историй, которым я не могу не поделиться э, на широкую аудиторию, чтобы вы, дорогие мои подписчики, понимали, да, все-таки какие риски существуют. Ну вот, например, Вига Нига пишет, вот инвест подразделение ВТБ используют все эти подлые приемы, о которых я говорила в видео, уводя портфели клиентов в минус. Мерзкая компания. Ну, Суждение, конечно, оценочное, но тем не менее, конечно, вот да, есть такое дело. Вали Витарий пишет, открыл ИИС в Сбере доход за один год 5 процентов плюс еще комиссию сняли при этом есть брокерский счет в валюте сам управляю доход около 7 процентов ну вот вам пожалуйста очень часто люди отталкиваются от убеждения в том что они сами не специалисты на финансовых рынках и вот каким-нибудь специалистам они отдадут деньги и деньги их волшебным образом размножатся но к сожалению практика показывает что чаще всего после того как вы передаете деньги специалистом, сумма денег на вашем счете как-то сжимается. Обычно и хорошо, если вы их вообще э, хотя бы какую-то часть получаете и не попались на таких откровенных мошенников, которые просто с деньгами убегают. Но еще раз, друзья, я не хочу сказать, что все управляющие компании там какие-то страшные мошенники э, и вот прямо деньги вам никогда не отдадут. Нет, я просто предупреждаю именно о том, что есть недобросовестные методы работы, которые во многих российских компаниях, к сожалению, по-прежнему используются, даже если компания находится под регулированием центрального э, банка. Ну знаете, вот тоже кто-то мне писал в комментариях: да что ты несешь, любимая фраза женщина, что ты несешь, вари борщ. Э, так вот, что ты несешь? Там все так зарегулировано, вообще там мышь не проскочит. Но дело в том, что банковский сектор, друзья, у нас тоже в России вроде как зарегулирован, но при этом откуда-то у нас берутся, например, тетрадочные вклады, когда да, деньги вкладчиков проходят мимо кассы. Да? Откуда-то берутся еще какие-то страшные шины истории в банковском секторе, которые, казалось бы, не могут быть в нашем современном мире в 2019 году, они происходят. Поэтому давайте все-таки не будем носить руки розовые очки. Будем понимать, что все финансовые организации, как и любая другая коммерческая организация, стремятся к максимизации своей прибыли. Это основная задача вообще какого-либо предприятия, да. Ну и не всегда это получается сделать честным способом. А нам с вами нужно себя оберегать и быть разумными для того, чтобы наши инвестиционные действия все-таки приводили к росту нашего с вами капитала. Разболталась я. Спасибо, друзья, что досмотрели это видео до конца. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм. Там мы публикуем много полезного, в частности, новости каждый день в текстовом виде. Ну и ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future.